Постигать азы противопожарной безопасности никогда не рано. Сотрудники МЧС провели специальное занятие для воспитанников 184-го Ивановского детского сада. Эти ребята в подготовительной группе, без пяти минут школьники. В таком возрасте уже необходимо доводить до ребенка основные требования пожарной безопасности, дабы, когда он остается один дома, чтобы он ни в коем случае не совершал каких-либо необдуманных поступков. Ни в коем случае нельзя пользоваться ни спичками, ни зажигалками. Как поступать в той или иной ситуации при возникновении пожара? Объяснить ребятам, как вести себя, чтобы у пожарных было меньше работы, особенно актуально перед каникулами. В игровой форме инспектор рассказывает детям, что огонь бывает дружелюбным, но в неумелых руках становится врагом. Объясняет, как работают пожарные, чтобы малыши не заскучали, физкульт-минутка. Тоже тематическое. Через полосу препятствий нужно добежать до телефона и набрать 01. Своих друзей по команде детсадовцы активно поддерживают. Для закрепления информации дошколятам показали мультфильм о правилах обращения с разными бытовыми приспособлениями. Занятие с пожарными малышам понравилось, но главное, каждый узнал что-то новое. А что нельзя было со спичками? Нельзя палками втыкать в розетку. От детей звонки с сообщениями о пожарах поступают нечасто. В основном это шалости, но бывает и так, что информация подтверждается. Случалось, что именно ребенок вовремя сообщал о возгорании. Главное – помнить номер телефона. 01. 01. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.